квартира эконом-класс 645 долларов за квадратный метр, снижение минус 0,31%. Можете посмотреть, что в июне в долларах происходило. Это стоимость квадратного метра в разрезе административных районов. Ну и, конечно же, снижение в процентном соотношении по каждому административному району. Следующий слайд – это у нас первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класса. Уже 946 долларов, рост плюс 0,11%. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах, в долларах стоимость квадратного метра по районам. Ну и рост за месяц также уже в процентном соотношении. Ну и, друзья, наверное, последний слайд. Первичный рынок, элитный класс. Сразу обратите внимание, насколько меньше стало административных районов. Это Киевский, центральная часть города, потому что Киевский он тоже большой, и Приморский, ну это центральная часть, понятно, что города. И разница между Приморским и Киевским по квартирам элитного класса, вы видите, ну в 500 долларов, да, достаточно большая. Итак, 1417 долларов по двум классам – это средняя стоимость квадратного метра в июне месяце 2024 года, рост плюс 0,014%. Здесь в абсолютных цифрах увидите, ну и рост также в процентном соотношении уже по каждому административному району. Друзья, переходим к